трэш все стало. Люди стали из магазина выходить и прятаться, бежать под машины, прятаться. Потом с машины бензин потек, у меня сейчас вся квартира бензином воняет. Да, и мне а как тоже. Он сильно в запое это было уже, нет? Я его не видела, я не могу сказать. Мы только услышали взрывы, и как он орал, что он это... Где вы были в 90-е? И так далее. Ну, он же у нас в Чечню прошел, он в Чечне был, так поэтому, наверное, у него съехала крыша. Он же ездил. Ну, до этого-то не было похожих случаев. Таких нет. Таких нет. Первый раз мы от него, вот первый раз такое. Так он трезвый-то нормальный, он всегда здоровается там. И сумку, если я с магазина иду, он поможет до квартиры донести. Что его продвигло, вот это вот, я вот вообще не знаю. А он с женой живет? Ну да, он женился. А, интересно, не знаете, где жена, да, сейчас? Ну как бы вот сейчас узнала, что якобы она дома с ним. Бабушка это купила? Нет, это яблонька. Как вас зовут? Меня Надежда. Вы соседка, да, его? Я, ну, соседка, только он на меня выше этажом живет. Понятно. Я вот увидела, что люди с магазина выходя, они прятались за машинами, там газель стоит, они за газель. Писали то, что ранили сотрудника полиции вроде как. Девочку, говорят, ранили, но... А вы-то как, испугались? Да, а как вы думали? Я сначала думала, что где-то баллон с газом сорвался, потому что такой хлопок, у меня шрамы пластиковые задрожали. У меня внучка заревела. Бабушка говорит, давай, говорит, уйдем. И все, а потом уже в окно-то... Мы в окно-то высунулись и увидели, что над балконом он стоит и орет. Подъезд вам в том, последнем. Как вы думаете, супруга с ним в квартире, она добровольно там находится? Вот, я думаю, что она его боится. Потому что пьяный он, я думаю, что сейчас он, я вот его не видела ни разу пьяного. Витик! Его завел к себе, он с ним посидел, а потом ему как-то удалось выйти. То есть они бухали вместе? Нет, они не бухали, второй парень точно не бухал, он здесь вот в киоске обычно работал. То есть он позвал двух парней к себе посидеть? Ну, одного как минимум точно. Вот. Ну, посидеть и, видимо, как-то силой, может, позвал, не знаю точно. И потом вы видели, как этот парень... Он уже без шлепок был, да, шлепки у него остались. А почему парень убежал? Я не знаю. А он что-то говорил при этом, кричал, что... Вот сказали просто, что он заложник его взял. Ну, это можно так посудить, что он... Раз он босиком убежал, от него шлепок. Значит, видимо, торопился. Он был напуган. Конечно, напуган. Он босиком и удрал. Как вариант, да, был напуган. Либо другие дела какие-то были важны. И после этого он начал стрельбу. Ну, или уже в да. Скорее всего, после. Завтра. Видишь, он стреляет? Смотри, внутри квартиры. Да. Вот видите, это чайник? Что-то непонятно. Это выпиливают дверь. Это газ, кстати, наверное. Вон дверь выпиливает. Да, это дверь. Все его? Пойдет?